Приветствую вас, уважаемые коллеги и друзья. Пришла вот такая посылочка с сайта AliExpress. Многие уже знают, что AliExpress — это клондайк для моделиста. Все, что надо, можно заказать из Китая за довольно низкую цену. Но иногда, да, один минус, что приходится ждать. Ну вот эта посылка мне пришла за 30 дней. Она мне была нужна немножко пораньше, но пришлось ждать. Сейчас в работе много моделей, а там надо сверлить много отверстий. Мой набор со сверлами уже пришел в негодность, много сверел сломано, некоторые просто потерял. И заказал набор из Китая. Ну, сейчас посмотрим, что пришло. Уже приятно, что все хорошо запаковано. Микробокс называются сверла. Вот в таком пенале. Здесь указаны размер диаметра сверл в миллиметрах. 0,3 миллиметра самое маленькое сверло. И 1,6 самое большое. Отличный набор. В наборе 20 сверел. Сейчас откроем. Набор новый. Все очень жестковато. Немножко назад. Вот так вот. Чтоб не поломать. Сейчас достанем сверлышко. И посмотрим на его заточку. Ну, конечно же, эти сверла маленькие, не заточены. Не знаю, видно, не видно. Но с пластиком работать я зажимаю в цангу от ножа. Просверливаю то, что мне надо. Сейчас возьмем более крупное сверло. Посмотрим его. Ну, эти сверла уже заточенные. Набором доволен. Кому интересно, ссылку на сверла напишу в описании под видео. Говорю, цена довольно демократичная. Можно заказывать недорого. Если я не ошибаюсь, доллар с копейками. Вот такие вот сверла. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо за комментарии. Спасибо, кто оставляет комментарии. Очень приятно. Когда вы что-то пишете, значит, вы не безразличны к этому видео. Также спасибо вам, что ставите лайки. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами.